Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Целая куча документов о Тартарии, о Гоге-Магоге и удивительных животных». Значит, на вот этот мой вчерашний ролик «Удивительная книга о китайской Тартарии» пришло огромное количество ссылок. Огромное количество комментариев, значит, давайте я вам кое-что покажу. Покажу вам интересные ссылки, подборку документов о Тартарии. Вот этого вот удивительного, значит, исследователя Афанасий Кичер. Значит, давайте для начала прочитаю вам комментарии. Андрей Пеш. Кое-что могу перевести. Лама Тартарин, который есть монах священных ритуалов нации тартаров в Калмыкии. Они носят шляпу красного цвета, белый плащ, красный пояс, желтую накидку. Тартарин Калмыкии, они носят одежду из кожи и желтый колпак. Женщина тартара в Калмыкии, одетая в одежду из кожи. На каждом из них на шеях висят амулеты, защищающие их от опасности. Возле ламы лежит каталка, которую вращают во время ритуалов. Вот, значит, Андрей мне тут еще ссылочку там прислал. Вот есть книга на староанглийском языке, знающие английский свободно прочитают и все поймут. То есть, смотрите, на мой вчерашний ролик о животных. Так, не туда залез, извините. Так, вот, значит, что хотел я вас попросить, уважаемые подписчики. Вот, значит, Андрей прислал мне в Google вот эту самую книгу, вот смотрите. Не знаю, как ее перевести. Хочу вас попросить помочь мне. Знаете в чем? Здесь где-то в этой главе, в этой книге есть глава о Гоге и Магоге. Андрей любезно согласился перевести эту главу, чтобы мы смогли с вами ее прочитать. Не могу найти, извините, пожалуйста, но голова дырявая. Приходится читать большое количество ссылок, просматривать одно большое количество всяких разных документов. Поэтому из головы вылетает, забываю копировать, где-то видел эту главу, найти не могу. Значит, давайте еще вам покажу огромную подборку документов, которые мне прислал другой мой подписчик. Так, давайте, значит, так, вот, значит, подписчик Ноно Летто. Спасибо за интересную информацию. Вот вам еще для исследования. И когда я открыл вот эту книгу, ребята, я просто обалдел. Но это вдастич фантастич. Так, извините, не туда. Так, секундочку. Вот. Значит, вот эти все труды этого самого Афанасия Кичнера, как я вам уже и говорил, он не просто какой-то путешественник, там, сказочник и фантаст, а он реальный, ребята, исследователь и ученый. У него огромное количество трудов по всем направлениям. История, география, физика, химия, астрономия и так далее, и даже язык. Вот, значит, предлагаю вам зайти вот сюда. Ссылку я вам, естественно, оставляю. И вы сможете посмотреть огромную подборку всех его трудов Афанасия Кичнера. Значит, хочу обратить ваше внимание. Все кликабельно, ребята. Вот так вот открываете. Обратите внимание вот на некоторые. Смотрите, ангелочек стоит с крестом, казалось бы, да, по христианству все. А вверху, ребята, смотрите, два мужика через этот самый крест, или это подзорная труба сделана в виде креста, я не знаю, что это такое, что это означает, к чему бы это все. Они смотрят на какое-то интересное явление в небе. Видите, да? Вот они. Кому интересно, проходите, значит, по ссылке. Каждая кликабельно, все открывается. Кому интересно, смотрите. Есть вот о драконах. Пожалуйста. То есть найдете
Много интересного, вообще отличная подборка. Не знаю, или это подписчик все собрал в одном месте, или это так сам Google в одно место все собрал. Ну, интересно вообще. Книги довольно любопытные. Ребята, смотрите на здоровье. Значит, смотрите, хочу обратить ваше внимание на интересные, значит, вот тут некоторые. Обратите внимание. Книга, значит, лингва порта, ну что-то лингвистическое. Египет, антиквая, что-то антикварное египетское. И смотрите, написано фигура, то есть, я так полагаю, египетские или что ли буквы. И смотрите, они, ребята, русские. А, В, Г, Д, Е. А означает альфа. Вот тут идет, видать, на латинском, что ли, алфа и а. В. Вита. Вита. В. Вот так будет. Г. Ганна. Или Гарма. Ну, можете сами, смотрите. Так, Д. Делди, что ли. То есть на русском, смотрите, ребят, ну интересное дело-то получается. Так что заходите, опять же-то, Евгению Макарову, может он занимается этим всем делом лингвистическим, разбирает все эти символы. Я ему предлагаю зайти вот на эту книгу, разобраться, в чем вот тут дело, почему это он рассказывает о Египте, а тут вот русские буквы, и они переводятся на латинские. Дело очень-таки интересное. Так, давайте дальше еще обращу ваше внимание. Смотрите, есть вот такая вот книга интересная. Очень много о Вавилонской башне есть. Сейчас дойдем до Вавилонской башни. Есть вот такая, смотрите, ребята. Какая-то женщина пускает луч, он отражается и идет на город. Уж не этим ли самым оружием, ребята, была бомбардировка-то нашей земли? Многие исследователи нашли, значит, огромное количество воронок, там предполагают ядерный удар или какой-то еще там удар. Но, ребята, смотрите, что тут нарисовано. Видите, тоже в этом деле во всем надо и отражается, и на город, смотрите. Видите, возможно, тут говорится о том, как были уничтожены эти города. Так что присылайте, ребята, свои находки интересные. Будем вместе все это дело обсуждать. Может быть, из частичек и соберем настоящую картину мира. Так, Вавилонская башня сейчас где-то тут было. Смотрите, огромное количество интересных животных всех. Ну, удивительный труд этого самого Афанасия. Смотрите, пирамиды. Он даже и о пирамидах рассказывает. Вот они, ребята, смотрите, сколько их. Очень интересно. Рекомендую. Как сказал один мой подписчик, я надолго залип у экрана. Опять-таки предлагаю вам надолго залипнуть у экрана. Так, вот здесь, смотрите. Какие интересные улитки окаменелые. Города, страны. Люди, животные, обо всем, пожалуйста. О звезде Давида, пожалуйста. То есть, сами понимаете, одному мне просмотреть это все и вычленить интересную информацию, дело нереальное. Поэтому я и хочу, чтобы вы подключились, нашли все самое интересное и прислали мне. Ну и, конечно же, прошу вас эту самую книгу, кто заинтересуется, найти об этом самом Гоге и Магоге главу, которую Андрей Пеш любезно взялся нам перевести. Помогите, пожалуйста, подписывайтесь на канал, буду показывать вам много интересных документов. Спасибо за внимание, до свидания.